Просто приехали пожарные, короче. Непонятно, кто там из пожара. А что вы отодвигаете? Не-не, покажите на свет. Там же написано фамилия, имя, отчество, МЧС России. Мешайте работать. А я мешаю работать. А вы работаете, вы работаю. Сидите, не делаете. Сидите, вы час тут просидели и подожгли еще. Да нет. Вот с этой стороны подожгли. Взяли просто, вот с этой стороны подожгли. Горело вот с той стороны. Вот с той стороны горело. Вот с этой стороны вообще никак не горело. Приехали пожарные, сделали видимость. И сделали видимость. Мы уехали. А потом вернулись специально обратно. Смотрим, а здесь с другой стороны уже все горит. Оно реально просто было подожжено специально, чтобы все сгорело. Это что за прикол? Это реально пожарные или кто вообще? Это твари, люди, которые совсем о других людях не думают. О лесе вот об этом не думают, деревья горят уже. Им плевать вообще. Такие погоны сразу должны в таких улетать. Бесит.